Павлик получил травму на тренировке. Теперь в приставку играет только папа. Три профессиональных режима «Алмага Плюс» позволят подобрать терапию даже для маленького пациента. «Алмаг Плюс». Здоровье в доме. Еламед. Ростовчане, всем огромный привет! Сегодня в нашем любимом народном календаре Матрена зимняя. Сегодня считалось, что зима встает на ноги. Но, если честно, с этим утверждением можно поспорить, потому что также наши предки считали, что если на улицу выйдет туман, то это к скорейшему потеплению. А он сегодня, кстати, был. Поэтому давайте быстрее проверять. Расскажу вам прогноз погоды на завтра через пару десятков секунд. Потепление у нас действительно ожидается только не в четверг, а пока наоборот, рекордные градусы ноября. Ночью мороз в целых 5 градусов. И в который раз синоптики обещают Ростову первый снег. Днем потеплеет, но совсем немного выше нуля температура не поднимется. Минус 2 на продрогших термометрах. Ветер вроде бы не сильный, но даже 3 метра в секунду на морозе явно будут заметными. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 755 миллиметров ртутного столба, влажность 70%. На этом я с вами прощаюсь. До встречи. Павлик получил травму на тренировке. Теперь в приставку играет только папа. Три профессиональных режима «Алмага Плюс» позволят подобрать терапию даже для маленького пациента. «Алмаг Плюс». Здоровье в доме. Еламед.